Всем привет! Я, как всегда, из Камбоджи. И, как всегда, я очень рада всем вам. Что я хочу сказать? Давайте попробуем все вместе в своем сердце, вот здесь, чувствовать любовь ко всему миру, чувствовать внутренний мир и любовь, чувствовать благодарность за все, что есть и так, как есть. Давайте жить сердцем, а не головой. Давайте доверять этому миру, потому что, когда мы доверяем этому миру, этот мир начинает доверять нам. Когда мы доверяем этому миру, с нами происходят самые-самые нереальные чудеса, о которых мы можем только мечтать. Кстати, главное — мечтать, потому что с нами происходит только то, о чем мы думаем. И неважно, думаем ли мы о плохом, о каких-то своих ограничениях, или думаем мы о хорошем. Когда мы думаем: ой, у меня это не получится, ой, я это не могу, ой, я недостойна, так и будет. А когда вы думаете, что я могу все, я доверяю этому миру, и этот мир помогает мне в реализации любой моей мечты и любой моей цели, и помогает именно так, чтобы было идеально для всех участников этого события, для всех участников и людей, которые есть в моей жизни. Начиная доверять миру, мы доверяем себе. Не доверяя этому миру, мы не доверяем себе, мы не верим себе, мы не любим себя. Все наши мечты реализовываются, абсолютно все. Все наши желания реализовываются. Просто главное — научиться правильно желать, научиться правильно мечтать, перестать себя ограничивать. А сегодня сильный день, сегодня сильные энергии, и я вообще рекомендую взять ручечку, тетрадочку и написать свои цели и задачи на этот месяц. Потому что в полнолуние, как раз-таки самое лучшее время для позиционирования, для того, чтобы рассказать себе о том, а что я хочу сделать в течение этого месяца, а чего я хочу добиться, а чего я хочу достичь, каких результатов я хочу получить за этот месяц. Напишите и поверьте, что у вас все получается легко и спокойно, и в самом лучшем варианте для вас. И так и будет. Обязательно так будет. Главное — верить и не сомневаться. То есть, если вы сегодня написали об этом, то через неделю не начинайте это обесценивать, не начинайте думать, что у меня не получится, и это все сложно, это все не так. Не передумывайте, а продолжайте подпитывать свои мечты энергией своей мысли, энергией своей веры, что именно так и есть. И так и будет. Я люблю вас, дорогие мои. Аминь.